Всем привет! Приглашаем прогуляться по нашему магазину «Хлопка» на Красной, 12. Здесь очень большой ассортимент ткани для постельного белья, а также много еще чего интересного. Давайте смотреть! В магазине представлены иглы от немецкой компании «Шмец» для разных тканей. Также вы увидите большую цветовую гамму турецкого сатина и сатина «Страйп». На Красной 12 вы также найдете большое разнообразие панелей для пошива бортиков, подушек, а также детских одеял. В нашем ассортименте есть еще польский хлопок. Хорошая ткань, которая подходит для пошива детского постельного белья или одежды. С противоположной стороны лен. Здесь представлены позиции постельного, костюмного, платинового льна, белорусского и китайского производства. Лен – это незаменимая ткань для летней одежды. Для легких покрывал, а также детских конвертов на выписку или шапочек предлагаем присмотреться к хлопку пике-косичка турецкого производства. Большую часть ассортиментного ряда занимает турецкий ранфорс, принты и расцветки на любой вкус. Не обойдем стороной и муслин, много принтованных и однотонных позиций, популярен для пошива детских пеленок и одежды. Да и взрослая одежда из муслина выглядит очень привлекательно. Например, платья, рубашки, пижамы. Турецкий ранфорс – это 100% хлопок. Он имеет очень привлекательную ширину – 240 см и идеален при пошиве постельного белья. Принтов и расцветок у этой ткани великое множество, поэтому часто ее берут для пошива детской и летней одежды или взрослых платьев, блуз, сарафанов. В общем, можем смело сказать – хлопковый рай существует! И он на Красной 12. Также на Красной 12 вы найдете большое разнообразие молний разных цветов. Огромная цветовая палитра представлена и в нитках. А если вы ищете ткань для скатерти или римских штор, или декоративных наволочек на подушке, а может быть сумок шоперов или обивки садовой мебели, предлагаем присмотреться к водоотталкивающей ткани DAC. Сфера применения у этой ткани крайне широкая. У нас вы найдете как принтованный, так и однотонный DAC. А еще на Красной 12 есть ткани для полотенец и халатов, например, махрам или вафельное полотно. Спрашивайте по наличию в магазине. Приезжайте, мы всегда рады вам!